Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Чердан, на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Нам показывают состав команды гостей. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Чердан, на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Нам показывают состав команды гостей. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Сегодня у нас игра товарищеская. Не знаю, как будут играть футболисты, но мы, Георгий Чердан, на состав Барселоны. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Нам показывают состав команды гостей. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Кость? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Игроки Барселоны разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Мяч перешел к другой команде. Родригес. Дембеле. Серхио Бускетс. Барселоне дают пространство на фланге. Ищет вас. Денис Суарес! Нелег мяч на ногу, выше ворот.